Я хотел бы в этот прекрасный день поздравить в первую очередь девушек Вестсайда с этим весенним праздником. Это первый весенний праздник. Пожелать вам счастья, здоровья. Сказать вам большое спасибо, что вы несете нежность, легкость в наши ряды. Также я хотел поздравить девушек из ПТВ и пожелать им тоже всего хорошего. Ну и, конечно же, надо поздравить наших жен, любимых, девушек, бабушек, мам. Ну и, конечно же, маленьких принцесс, наших дочек. Чтобы у них всегда было все хорошо, они нас всегда радовали, улыбались, смеялись. И за это у нас было всегда хорошее настроение. С праздником вас, дорогие дамы, с 8 марта.